Хей-хей-хей! Всем привет, ребята! Кент АПК на проводе, и прямо сегодня, прямо сейчас ваш Кент АПК вам расскажет, что же добавили и что же изменили в новой версии Блокстрайка, а именно Блокстрайк версии 5.0.3. И, пожалуйста, ребята, поставьте лайк, потому что в этот раз Кент АПК сделал видео без рекламы. На моем канале, ребят, это большая редкость. Так что, пожалуйста, поддержите меня вашим лайком, и тогда рекламы станет гораздо-гораздо меньше. И, конечно же, первые два изменения касаются режима «Бомба 2». Ребят, во-первых, добавлено время для закупки, то есть это очень удобно и очень хорошо. Во-вторых, добавили возможность покупки набора сапера, дабы разминировать бомбу. И давайте прямо сейчас мы все это проверим. Так, ребят, готовьтесь, у нас есть ровно 6 секунд, чтобы себе что-то купить. Давайте. 6 секунд, быстрее покупаем себе все, что мы хотим. Так, я себе хочу купить АВП. Да вы что, я просто первый парень на селе. Ребят, кто не понял, что произошло, у меня есть ровно 6 секунд, в эти 6 секунд я ничего делать не могу, кроме того, как что-либо покупать. Поэтому это неплохо. Также, если бы я играл за синюю команду, я бы себе мог купить набор сапера. И при помощи него разминировать нашу бомбу. Опа, иди к папочке, ой, попал, увидели, вот это я папа. О, их там трое. Так, пацаны, смотрите и учитесь, пока я жив. Давай, иди сюда. Опа! Ух ты, какой живучий, да? Ничего себе он живучий. Вот говнюк. Ай, убили кента, нет, стреляет 8 хп, ребят, все плохо. Нет. Ну, в общем, эти два обновления, я надеюсь, что вы их поняли. Идемте дальше. И наше третье обновление, это, ребята, немножко изменили прицел. Опа, то есть мы, грубо говоря, можем... Сейчас скажу, вот так можем сделать, да, точку, видите? То есть мы можем сделать прицел в виде точки, но это, ребят, будет очень неудобно, поэтому я оставлю прежний прицел. Но все-таки тоже добавили, и за это спасибо. И наше четвертое обновление, или третье, нет, четвертое обновление, ребят, все окей, четвертое обновление, это добавили вот этот фургончик, а также этот фонарь на карте Skyline. Ну, конечно, скажем так, ничего особенного, но, в принципе, ребята, спасибо и за это. На фургончике написано Yoba Corporation Express Mail Delivery, что означает доставка ваших сообщений. То есть, скорее всего, внутри этого фургона находятся ваши письма и ваши просьбы. Ну, прикольно. Такой жесткий закос под CS 1.6. На этот фургончик, а также на этот фонарь можно залезть. И я думаю, что, ребята, вам будет не скучно. Наверное. Но это не точно. Ну что же, и наше последнее обновление, это, ребята, добавили фильтр плохих слов. Так что теперь, если вы кого-либо хотите обозвать в чате, то, ребят, пишите это слово с ошибкой, потому что все плохие слова добавили в черный список, и вместо плохого слова у вас будут просто звездочки. Так что, ребят, никого не обзывайте. А если обзываете, то пишите с ошибками. Ну, возможно, кое-кто и так писал с ошибками, и он вообще не заметил то, что добавили это обновление. Ну, в общем, ребята, на этом все. С вами был ваш Кент АПК. Пожалуйста, поставьте лайк. Сейчас я убью этого парня, то он нам немножко мешает. Обязательно подпишитесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. И, ребят, пожалуйста, лайки, комментарии, это очень важно. Не проходите мимо. И все, ребята, всех люблю, всем удачи и всем пока.